37-летняя Кейт Миддлтон старается по мере возможности вести обычный образ жизни. Герцогиня много времени проводит со своими детьми и даже гуляет с ними в парке. Жительница Великобритании отправилась в ресторан, расположенный на территории Кенсингтонского дворца. Поклонница британской королевской семьи вместе с подругой пила чай в роскошном заведении, когда они внезапно увидели Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская вместе с младшим сыном, годовалым принцем Луи, направлялась на прогулку в парк. Вместе с ними был и кокер-спаниель Лупа. Девушка по имени Нала рассказала о такой встрече в Твиттер. Она призналась, что была очень рада увидеть герцогиню, но не стала делать снимки. «Я не захотела их фотографировать, но принц Луи такой милый», — призналась поклонница королевской семьи. Подписчики поблагодарили Нолу за такой поступок. «Мне очень нравится, что ты не сделала снимок. Ты настоящая поклонница. Спасибо за эту приятную информацию, и спасибо, что вы не стали фотографировать. Это здорово, что вы не фотографировали герцогиню в ее личное время», — написали фолловеры. Британцы узнали, какие подарки дети Кейт Миддлтон получат на Рождество. Ранее герцогиня раскрыла милые подробности о принце Луи. Супруга принца Уильяма рассказала, как выбрать идеальную рождественскую елку.